Что я обычно покупаю во Вкусвилле? Ветчина из индейки. Здесь 26,5 грамм белка. Очень люблю безлактозный сыр. Называется он фикус. Линейка есть. Вот такой десерт 127 грамм. Это шоколадный. Есть еще с манго. В виде добавки в салат вот такой вот йогурт натуральный, советую. 9 грамм белка. Он обычный, натуральный, не сладенький. И несколько варенья. Иногда могу взять икру. Здесь 12 грамм белка. Или икра трески, без разницы. Люблю куриный фарш. 246 рублей. Буду готовить вкусняшку и все спасибо. Его можно и сладенькую, и из мяса делать рулетики. Ой, очень вкусно. Что потратить?